Стали известны новые подробности в деле о вчерашнем убийстве в правительственном квартале столицы. Напомню, в центре Киева был зарезан 38-летний бизнесмен Сергей Захарчук. В СМИ появилась информация о возможных мотивах нападения. Вероятно, Захарчук был причастен к финансовым операциям сомнительного характера. В распоряжение журналистов попали подтверждающие это документы. Якобы в 2006 году по поддельным бумагам он получил 230 тысяч долларов в одном из действующих банков. В самом банке информацию эту не комментируют. Еще 280 тысяч долларов спустя год он взял по такой же схеме в другом финучреждении, которого уже не существует. Кроме того, сообщают журналисты, десятки тысяч долларов Захарчук должен своему бизнес-партнеру. Солидные долги вполне могли стать мотивом для нападения на Захарчука. Версии следователей узнать не удалось. На наш запрос нацполиции пока не ответили.